Мы с вами, друзья, идем по даунтауну города Санта-Крус. Эта улица называется Пасифик. Это самый, что ни на есть, даунтаун. Здесь народ закусывает, здесь народ выпивает, здесь народ дефилирует. И мы в данном случае добавляем, мы добавляем к нашим сушам мороженым. Что-то захотелось мороженого, знаете, с кофейком. Да, я правильно? А как марихуана пахнет? Вот скажи, как пахнет марихуана? Сладенькая. Хорошо, да. Вот тут люди прямо тут на полу, они уже, видно, покурили. Им хорошо. А вот свинюша. Да. Что это? Свинюша. Какая-то хрюшка, да. Хрюша. Вот это а что? А что хрюшка? Нет ничего лучше в мире, чем кофе. Друзья, мы сейчас тоже нахрюкаемся. Значит, это кафе. Да. Это кафе, тут и кофе есть, понимаешь? Да. И кофе есть. И бананасплит. А улица называется Пасифик. Да. А что тут это? Океан такой у нас. Вот, океан у нас. Mission Hill Creamery. Creamery — это как бы сливочное. Ну, пошли. Вы видите, друзья, тут на стене такая эксклюзивная живопись. Собаки. Собаки. И вот они тут, видимо, мороженое кушают. Вот. Собачья жизнь. Да. Вы видите, что это органическая молочная ферма. Они поставляют сюда продукты. Вот вы видите компоненты все, откуда берутся, и фрукты. Все такое свеженькое, все вот сегодняшнее. Вот у них отсюда все. И мороженое, соответственно. Видите, они сами делают свое мороженое, у них свои коробочки. Вот можно прям прийти и взять у них такое все органическое, диетическое. Ну и тут вот расписано много чего. В частности, вот говорят, откуда у нас какие продукты поступают, они говорят. А это у нас сегодня, то, что называется, specials. Вот. Такое сегодняшнее, это меняется там от дня ко дню. А вот меню всяких там напитков. Пожалуйста, холодные напитки. Вы видите порядок цен. Да. А, там наверху кофе. Тоже там кофе, чай. Эспрессо, латте, мокко. Так, пойдем дальше. Айскрим, мороженое по-нашему. Хорошо. В общем, а тут такие, знаете, хорошие замесы. Тут разные виды мороженого с кофейком. Вот, вот это, например, очень классное. Вот это. Вы смотрите, что творят. За десятку они берут 3 ложки мороженого. Ванила, шоколад, еще карамель и дабл эспрессо туда. И, в общем, друзья, это... В общем, приходите, если настроение будет, приходите. Ну и, соответственно, тут вот разные виды мороженого. Так вот прямо такой ложечкой отсюда подгребают. Что я вам рассказываю, наверное, так говорите. Вот. Если тут такого нет, чтобы без сахара, я тогда просто кофе возьму. Чтобы лишнего не съесть. Вы видите, друзья, Светлану, которая подъедает что-то с большим удовольствием. Это сливовый щербет, Света. Скажи, почему ты ешь щербет, а не мороженое? Дело не в этом. Дело в том, что они его сами здесь делают, да, из местных слив. Делают хорошо? Ничего, я никогда не ела сливовый щербет. Да. Ну, хороший, хорошо. Так, Витя, объясни происхождение. Я вижу, снизу бананы лежат. Нет ничего лучше в мире, чем банана-сплит. С любимой женщиной. Это банана-сплит. Это бананы, его разрезают пополам. Ага. Кладут три ролика мороженого. Это был один банан. То есть не то, что могли два банана положить. Могли два положить. Могли даже восемь положить. Но положили один и разрезали его вдоль пополам. Значит, там внутри мороженое, сверху кремом. А мороженое, между прочим, трех сортов. Вот видно. Хейзлнат и полито разным, да, разным полито. Тут есть вот такой вот фадж. Да. Тут есть...
ананас, pineapple, ананасовый вот такой вот сиропчик и вот такой толстенький крем. И крем это не то, что продаются здесь там за... Да, за 3 копейки. Скажи не крем, а скажи сливки чистые. Сливки, да, но это не те, которые вот ты покупаешь там в магазине. Лаки, да. Это они это? Сами делают, они толстенькие, жирненькие. Это не синтетические, а настоящие сливки. Они настоящие, да. Да. Вот как ты считаешь, вот то, что вы вот едите, это просто нормальная еда или ты извращенка? Я считаю, что это... Вы не выпендриваетесь? Я считаю, что это абсолютная, абсурдная такая вещь, словами не передать. То есть оно того стоит? Оно того стоит, оно стоит 5 раз больше. Договорились. Ну и вот, друзья, мне сделали холодный напиток, такой кофейный. Кофейный холодный напиток, тут крем немножко. Не могу сказать, что это абсолютно так, что отсутствует калории. Так сказать нельзя. Но, во всяком случае, это не то же самое, что там у людей бананы с кремом, с мороженым. У меня самая диетическая еда. Светочка, почему ты считаешь, что твоя диетическая? Там сахар есть. Сахар есть, больше ничего нет. И стаканчик вафельный. Стаканчик вафельный. Он не молочный, да? Щербет не молочный. Ты знаешь, сидишь на хорошем фоне, Свет. У тебя там собаки сзади. Как мороженое за 7 копеек. Ну, это люди нашего возраста помнят, вот которые мороженое было в стаканчике действительно в бумажном да, за 7 копеек. Но вот, друзья, мы вернулись в 60-е. Вот.